решение. Может, бочка с водой? Бочка 800 литров стоит. Ой, прекрасно. Возьмите, пожалуйста, памятку. Ознакомьтесь. Будьте бдительны к себе и своим родным, близким. Вот у нас имеется распоряжение о проведении неплановой выездной проверки. Фото общества берет лицами уполномоченные проведения проверки. Назначено начальник отделения надзорной деятельности профилактической работы по советскому району города Казани Иркутске Семин Денис Александрович, вот мое служебное удостоверение. А также инспектор отделения Анисима Алена Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что распоряжение было вручено нашему председателю. К сожалению, ввиду того, что он заболел, я являюсь уполномоченным при проведении проверки. Приказ по этому поводу был направлен в ваш адрес по электронной почте. Вы его, наверное, видели, ознакомились. Я рад вас увидеть у себя. Значит, по предписанию, которое было выдано в наш адрес, была проведена большая работа. Один из вопросов, который мы с вами видим, это ворота, которые мы в настоящее время переделываем. Были немножко они заложены. Емкостью 30 кубических метров. В настоящее время нами приобретена переносная мотопомпа, которую мы используем в случае необходимости. Количество садовых домиков в вашем садовом обществе? 293 садовых участка у нас находится на территории садового общества. Огнетушитель в порядке? Огнетушитель в порядке. Все в норме. То, что запрещено использование открытого огня, запрещено, соответственно, сжигание мусора. Об этом мы планировали всех. Собрание садоводов уже было? Планируется в ближайшее время. Было в узком коллективе, пока те, кто начали сезон. А, то есть бочка с водой у вас есть, да? Прекрасно. А скажите, а может огнетушитель у вас имеется? Огнетушителя нет. Нету? А как сейчас? Ни костры разжигать нельзя, нет, ни траву, ни мусор. Так хочется шашлык. Нельзя, вот подождите, потерпите. Терпим. А что у вас на садовом участке? Есть какие-нибудь первичные средства пожаротушения? Да, бочки с водой есть. А можете показать? Пожалуйста. Сколько в итоге составляет расстояние и есть ли нарушения? При замере ширина составила 3 метра 10 сантиметров. Что является нарушением, поскольку нормативная ширина проезда должна составлять 3,5 метра. По данному факту, часть сужения проезда для пожарной техники в отношении ответственного должностного лица будет составлено определение возбуждения дела об административном расследовании. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности. В случае возникновения пожара, в данном случае по движению пожарного автомобиля, именно вот этого автомобиля, по аллее затруднено. Хотя на вооружении пожарных частей имеются автомобили, так сказать, меньшего размера. Года. Время у нас так, без 15. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Отступит.
Информационное агентство «Татаринформ».